Добрый день, друзья! Это мое первое видео, поэтому прошу вас не судить строго. Тут недавно у соседа я увидел музыкальный инструмент клавишный. Вот, ну и попросил поиграться с ним. Он разрешил. Вот, этот инструмент называется Casio CTK-5000. Вот. Вообще-то у меня сложное отношение к музыкальным инструментам. Всегда хотел, ну, я имею в виду клавишным, всегда хотел на них научиться играть нормально. Но, честно говоря, кроме как блямкать, у меня ничего не получалось. Ну, вдруг произойдет чудо, и я смогу на нем научиться играть. Попробуем. Так, ну давайте сначала посмотрим на сам инструмент. Вот тут есть регулятор громкости, включения. Кнопки всякие, вот там ритмы, увеличение, уменьшение. Что еще тут есть? Есть также 670 тонов. Это, скорее всего, разные звуки, которые он может извлекать. Видите, пианино, электрическое пианино, органы, гитара, ну и так далее. Дальше что есть? 200 ритмов различных. Вот. Дальше что? 305 музыкальных предустановок, но это, скорее всего, какие-то мелодии наигранные, под которые можно играть. И последнее, что здесь есть, это музыкальный банк песен. Скорее всего, типа что-то музыкального автомата. Также здесь есть, видите, это вот типа как в магнитофоне. Кнопка записи, воспроизведение, то есть можно самому записать, ну, наиграть и записать это все. Также здесь мне понравилось есть то, что ты записал, скорее всего, можно вот поставить, ну, записать именно на SD-карту. Ну и также, наверное, что-нибудь записанное можно здесь также воспроизвести. Ну, на этом все. Для первого раза, думаю, хватит. Еще раз посмотрите на этот инструмент. Вот, ну и выключим.